господи, это что такое? Направо мы уже сходили, пизды получили, пойдемте налево. Ах ты, сука, вонючая, блядь. Меня кто-нибудь пугать-то вообще собирается сегодня, нет? Откуда ты взялась? Мерзкая тварь. Всем привет, друзья, с вами Болторез, и сегодня мы посмотрим на Old School Horror Game. Замечательно, загрузка прошла. А то что-то как-то все прекратилось, все звуки, я уж испугался, что она вообще зависла к херам. Но нет, мы в игре. Old School Horror Game. Нам нужно найти 7 кукол, как я понял из описания. Никаких здесь не будет, по крайней мере, мне так кажется, что не должно быть никаких головоломок. Мы должны будем просто найти кукол в количестве 7 штук и сможем покинуть это темное и страшное место. У нас есть фонарик. Никакого заряда я не вижу, значит, нам не придется собирать батарейки. Это уже замечательно. Бегать мы... А, вот, кстати, кукла. Бегать мы можем. Press F to take the doll. Прекрасно. Одна из 7 кукол уже у нас имеется. В чем же здесь хоррор? Спросите меня вы. И я задаюсь тем же вопросом. Пока я не вижу ничего страшного. Давайте мы поломимся еще в дверь. Скорее всего, мы, наверное, не сможем никуда заходить. Я надеюсь, что хоррор — это не только темнота, по мнению разработчика. Возможно, нас кто-то будет здесь преследовать. Вот это что такое? Какой-то баг. Наверное, нам смысла нету в каждую дверь ломиться. Мне кажется... Нам не придется никуда заходить. Так, здесь какое-то небольшое озерцо. Я вижу мусорку. Что-то мне кажется громковато. Ну, пойдемте по этой тропе, ребят. Так, вон там в конце я что-то вижу. Я думаю, стоит пробежать. У меня особо, знаете, как-то желания нету ночью гулять по лесу. Господи, это что такое? Женщина, ты что? Я же начал убегать от тебя. Зачем ты меня убила? Ах ты паскуда. Так, ну хорошо. Опасность обозначена. Теперь мы знаем, кого стоит остерегаться. Так, а что с самого начала? Почему ты рестарт сама не делаешь, игра? Ну хорошо, хорошо, я сам нажму. Так, интересно, куклы остаются на тех же местах? А нет. Первая кукла... Подождите, вот кукла. Почти в одном месте появилась. Так, направо мы уже сходили, пизды получили. Пойдемте налево. Пойдемте налево. В принципе, можно по железнодорожным путям пройтись, но нет. Я не так воспитан. Давайте сходим налево. Значит, какая-то темнокожая женщина в белом одеянии с пожарным топором охотится за нами. Зачем она вообще ебанутая, что ли? И надо, блядь, от нас. Вопрос теперь в другом. Есть ли еще кто-то, кто желает нашей смерти? Это, блядь, какие-то охранники кукол, что ли? Господи, это что? Блядь, это... Травка, мне показалось, кишки какие-то издали. Так, бежим на свет. Ну, слушайте, здесь поспокойней. Здесь нас никто не встретил. А мы можем прям вот так через лес ходить? Походу можем, но это вообще не вариант. Я ж там заблужусь в двух соснах. Что это вообще за местность какая-то? Я думал, это мы в каком-то парке будем. Обычно такая хуйня всегда происходит в парках. Маньяки там, все дела. Прыгать мы не можем, поэтому, соответственно, забираться мы тоже никуда... А зачем тогда там на втором, так скажем, этаже открытый контейнер? А мы можем здесь как-то прятаться? Я даже, если честно, не могу фонарик-то выключить. То есть нам, наверное, придется
убегать все время. Интересно, интересно. Здесь ничего нет. Нам нужно найти куклу. Давайте будем вообще внимательными, потому что я что-то уже, блядь, забыл нахуй про куклу. Так просто осматривался, есть ли здесь опасность. А нам-то надо куклы найти. Где они могут вообще лежать? Первую куклу мы нашли вот на подобном ящике. Она лежала сверху. Пиздец, а здесь ничего нету. Либо я был невнимателен и пропустил. Хорошо, идем дальше. Давайте посмотрим, куда эта тропа нас приведет. Дорога в никуда, блядь. Пиздец, я там даже света-то в конце нигде не вижу. Ага, вот это, походу, если бы мы шли по железной... По железной дороге, да, по этим путям, мы бы, походу, сюда и пришли. То есть, если мы сейчас пойдем вон туда, вон там, видите, кусочек света, мы придем, наверное, в самое начало. Но нам туда не надо, зачем? А если мы пойдем вот сюда, то мы как раз-таки напоримся на женщину в белом. Ну что ж, давайте сходим к ней. Ах ты, сука, вонючая, блядь. Так, хорошо, бежим. Блядь, а что нужно делать? Давайте, короче, вот сюда, вот так вот сделаем. Она нас... А! Ах ты, дрянь! Сука, я не понимаю. А что надо делать тогда? А как? Мы ее не видели. Это она нас спалила? Мы ее не видели, ребят. Ну, а каким, собственно, хером-то? Ну-ка, пойдемте сразу сейчас направо к ней. Мы ее с первый раз спалили вот здесь. А что нам с ней делать надо? Она бежит быстрее нас. Она в любом случае нас догоняет. Правильно? Правильно. Мы здесь красться никак не можем. Я не могу и присесть. Я не могу выключить фонарик. Вон, вон, она уже побежала. Да господи, что с... Блядь. Я даже не могу посмотреть назад, насколько она близка. Так, ну хорошо, давайте мы будем просто вот так вот бежать, бежать, бежать. Но она же топает, да? А, нет, мы оторвались. Так, хорошо, смотрите, ребята, мы оторвались, пойдемте вернемся. Давайте посмотрим, осталась ли она на своем месте. Или мы таким образом ее под, так скажем, притянули к себе, привлекли ее внимание, и она исчезла. Вот она откуда-то оттуда прям, с кустов нахуй бежала на нас. Слушаем. Ну, вроде нет. Походу, ребята, вот так это и работает. Ну да, мы уже до сюда не доходили. Все понятно. Значит, нам нужно, чтобы она нас заметила, побежала за нами и оторваться. После чего мы можем уже спокойно здесь пройти. Ну хорошо, самое главное здесь вовремя ее услышать, потому что она очень быстрая, она нас догонит, если дистанция между нами будет слишком мала. Поэтому имейте в виду. Так, поднимаемся на второй этаж. Ну, скорее всего, здесь кукла должна быть. Так, третий этаж завален, хер мы туда зайдем, да? Господи, такая большая территория. Кромешная тьма.
Как здесь можно вообще что-то запомнить? Ну слушайте, это логично, если кукла будет спрятана в каком-то помещении. Блять, а откуда здесь вообще такая мебель? Ребята, ну вы посмотрите, это, блядь, просто с завода. Навьё. И посмотрите на вот эти стены. Раздроченные. Кто, блядь, занимался дизайном? Господи, что с FPS-ом вне стен? Почему его 30 порой бывает? Блядь, а сюда я могу как-нибудь попасть? Так, ну вот дверь я вижу. Она не реагирует на меня. Ну хорошо, значит, мы сюда не можем залезть. Блядь, а где куклу-то мне искать? Не знаю, здесь в мусоре, что ли? Ребята, вы видели здесь где-нибудь куклы? Вижу, вижу. Ах ты, какая маленькая неприметная сволочь. Так, у нас вторая кукла. Какая-то... Сложно назвать это музыкой, ну, какие-то звуки. Какой-то гул стоит. Возможно, чем больше кукол мы собираем, тем становится страшнее. Кто знает, почему бы и нет. Ну, пойдемте сходим теперь сюда. Мы не отсюда же, да, пришли? Так, у нас есть теория, как нам избавиться от погони. Будем придерживаться ее. Будем идти медленно. Будем внимательно слушать. Это что за хуйня? А, это урна, блядь, так отсвечивает, блядь, твою мать. Так, там есть свет. Там нету. А нет, вон там тоже что-то за деревьями просвечивается. Давайте направо сходим. Потому что все время, как мы направо ходим, что-то интересное. Ну, пока все тихо. Так, какая-то новая локация, ребята. Это какая-то свалка, посмотрите. Здесь одни машины. Ну, конечно, машинами это сложно назвать. Скорее всего, что от них осталось. Так, ищем куклу. Наша задача собрать 7 кукол. Интересно, и что мы потом будем с ними делать? Мы отдадим эти куклы женщине в белом. И она покажет нам, где выход. То есть, ребята, в этом заключается олдскульный хоррор, да? В том, что ты ходишь по темноте и собираешь какие-то предметы. А хоррор-то, блядь, где? А, вот вижу куклу. Меня кто-нибудь пугать-то вообще собирается сегодня? Нет в игре? Так, бежит! Топочет, топочет! Ах ты, сука такая. Так, ребята, съебываем нахуй отсюда. Нет, нет, иди нахер. Так, сейчас мы добежим до развилочки, где урна стояла, и повернем направо. Она топочет, ребята, она бежит за нами. Блять, хорошо, у нас стамины здесь нету. Выносливость не кончается. Так, ну где-то здесь уже нужно направо поворачивать. Вот. Она топочет, она бежит, она вообще не отстает. Сука, она, по-моему, срезает через лес. Она в правом наушнике у меня долбится. Так, я вспоминаю эту дорожку или нет? Тихо. Она продолжает бежать. Она сумасшедшая какая-то. Так, здесь мы не были. Господи, здесь заваленный вагон. Здесь наверняка есть кукла. Ну куда нам деться? Она нас преследует, ребята. Она уже близко. Сука вонючая.
Иди нахуй от меня. Ребята, я бегу изо всех сил. Я не знаю, как от нее спастись. А как я выживать-то должен? Она же нас убивает, мы заново начинаем. И ее издалека вообще никак невозможно разглядеть, чтобы к ней даже близко не подходить. Сука бешеная. Может ей, я не знаю, фонариком ебало светить надо? Но судя по шагам, она отстает от нас. Буквально минуту назад она прям нам на пятки уже наступала, сейчас она чуть подальше. То есть, получается, все-таки мы отрываемся от нее. Кажется, я начинаю понимать, в чем здесь олдскульность, ребят. В погоне. И вот, собственно, в чем сложность. Мы, получается, будем вот таким образом бегать, бегать, бегать кругами, как-то вилять, отрываться от нее. В итоге мы заблудим. Ах ты, откуда ты взялась? Мерзкая тварь. Ну что ж, ребят, вот такой вот олдскульный хоррор. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. До встречи в следующих играх. Всем пока!